День добрый, друзья. Выдалась минутка, вернее, часок. Можем продолжить наше прохождение любимой игрушки. Вот только давненько это было. И надо найти сейчас сейф. Так, июнь у нас везде. 29 июня. Он же не... Вроде бы как вот это вот. Сейчас посмотрим. В любом случае, я уже много чего не помню, поэтому надо провести маленькую инспекцию. Так, 29-й инженер. Это у нас должны инженеры прилететь. Да, вот они. 20 единиц через 70 часов. Хорошо. У нас два маленьких перехватчика на дальних базах, и на первой базе есть ревенджер. По солдатам у нас все хорошо. Один раненый, еще у нас там раненый, кстати. 30 дней на лечении. Блин, расстрелять его, по-моему, проще. 64 хода, нет, оставим. Пусть будет. Так, у нас уже есть один полковник шаров. Отлично. Ну что ж, поехали. Там посмотрим. Хо-хо. Великолепный дом, великолепный, только денег нема. Ладно, продадим, что у нас там настроилось. 4 танка. Да, маловато будет. И идем, запас у нас хороший. Да, ё-моё. Окосел я трошки. Придется нам немножко под распродажу устроить. О, бронежилеты у нас есть, нифига себе. Так, кстати, что у нас там с производством? Танки строятся, это хорошо. Ух ты! А, тут инженеров нет. Десятки, отлично. Ничего не строится. Да, но денег, конечно. Кот наплакал. Так, ладно, что у нас с бронежилетами? Будем выдавать бронежилеты всем, которые более-менее крутяки. Фильные товарищи такие. 50 ходов. Вот, хороший 60. Чё, классный. Ого, шаров 95, ни хрена себе. Сказал я себе, тут летающий надо ему. Надо сохранить. Ох, ты, товарищ. Так, значит, что у нас по бронежилетам летающим? Мы их вообще изготовить-то можем? Он не так уж и дорог. Ну, как минимум парочку надо сделать. Шаровую или хочу там. Два товарища. Класс алмазов, 100 единиц. Отлично просто. Так, надо бы кого-то подбить и собрать с него оружие, потому что, блин, как-то тяжко. Денег прямо так и нету. Продавать их пистолеты, продавать их.
просто жуть какой-то. Зато летает шустро. Тащи скафандр завершён. Великолепно. Так, где у нас задание? Полковник Шаров. Будьте любезны переодеться. Так, и где-то еще Лихачев какой-то из них. Вот так. Офигеть. 80. Будешь крутым бойцом. Так, что у нас тут по солдатам? 13, да, единиц? Ага. 3, 3, 3, 3, да, 13. Пушки есть, танки есть. Светитель есть, медикомплекты. Да, нормально. Короче, у нас укомплектован полностью. Так, где же эти инженеры? Это Йохан Йопай. 11 часов в пути. Какие-то не торопятся, не шустрые, нифига. Ладно. А, вот, наконец-то, вторая база. Надо ж ускоряться. Так, плазма защита нам не надо, мозговой зонт нам пока не надо, да? Гранат. Ну, давай гранат. О, мы можем пофиг что делать. Опа, 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 еще рядом. Ай, красавица, иди сюда. Маленький. Ёж, не ёж. Так, 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 что у нас тут? Где-то на самой границе радаров прошел. Ну, негодяй. Поймаю тебя сейчас. Где-то ж ты есть. Ну где-то ж ты есть. Не хватает денег. Кораблик ушел. Граната. Тут плохо в гранатах, что я уже говорил, что им запал надо ставить. Не такой бред. Так, что у нас тут есть? Давайте инженера посмотрим у Тона. Он скажет, на чем они летают. Граната пришельца. Тут у нас что-то построилось. Жилой модуль. И ламбаратные. Мастерская. Можем еще 50 инженеров докупить. Пока денежат маловато. Нету инженеров, так сказать. Надо
хорошие, так что особо оговод, на чем они летают. Второй корабль. Чудо-юдо кораблик. Мутон. Мощный товарищ. О, происхождение пришельца можно исследовать. Отлично. Типа все корабли, да? Отлично. Вот это наш а-ля финал. Надо срочно продать. Багрушки закончатся. О, потихонечку копим денежку. Это радует. Только не радует, что кораблей чуда нет. Тишина какая-то, блин. Нездоровая опять допустим. Там, по идее, сколько их? Пару дней надо максимум. Советую, кстати, вылазить за эти полоски, там глюки начинаются, там настолько оптимизированная игра, что там разряды перескакивают по кругу и начинаются отрицательные числа веселые, так что 255 это предел на всех таких циферках. Да, запас у меня большой, только нафиг он мне нужен, когда денег нет. Ладненько. Происхождение. Сегодня у нас день исследований. 16 минут прошло, еще никого не пристрелили. Так, кто у нас тут? Бластер-шмастер, блин. Ну давайте по порядку трупы уже. Следовать. Почти 10 миллионов насобирали, это хорошо. Будет 10 миллионов, надо будет еще один Avenger сделать. Или расширить производство, чтобы стать лучше. Я всегда экономике даю больше. О, отлично, собачка. Обычно всегда экономику в первую очередь поднимаю. Когда денег много, то проще как-то и жить, и работать. Оп. Продажа. Это станками, конечно, сказочно. 95 тысяч лет за один танк. Прибыли. Блин, никого нету. Слушай, что за дела такие? Где все НЛО? Что с ним произошло? Сейчас тишина, тишина. Сейчас в конце месяца. Гур-гур будет рейтинг. Минус-минус. Минус-минус тру-лю. Сохранимся на всякий случай, уже 19 число. Так, и надо, наверное, где-то базу построить. Так, что у нас? Вон, до 5 миллионов. Графики, так. Какие у нас в странах? Где-то базу строить однозначно. В Брейзе. Так, чтобы нам
всю землю перегородили, или лучше в Африке. Так, территория, конечно, побольше. Здесь поближе к основной базе нашей, поэтому тут и мстители рядом. Так что новая база. Основная база. Уже и забыл-то. А вот. В центре континента. Дешевая такая. База номер 4. Так. Как обычно, жилой модуль, без него никуда. Ангар, чтобы летать. Нет, ангар не будем строить. Ладно, построим. И где там хранилище? Все, обошлась она нам. Около миллиона. Нормально. Ой, какой веселый дядя. Так, скоро нам исследовать нечего будет. Что у нас тут не хватает? Два ангара. Солдаты тут есть. 5 солдат в запасе. Еще лаборатория. Взрывчатка, винтовка, лазерная пушка. Винтовка. А тут лазерных этих нет. Винтовок. Лазерная винтовка 8. Обычные винтовки. Взрывчатки. 5 солдат. Хорошо. Тут производство. Тут производство. Хранилище можно еще добавить. В принципе, их хватит, наверное. Еще один радар. О, он дорого стоит. Ладно, обойдемся без радара. Тут у нас можно еще 50 инженеров докупить. Что мы, наверное, сделаем в конце месяца. Блин, ну активности вообще нет, месяц. Прямо как в начале. Чистые и пустые. Да. Кстати, что у нас там по базам? Расходы. 1,5 миллиона здесь. Ого. 200. Вот это 1,7 миллиона. И тут 7,7 миллиона. Ого. Ого-го, это 10 миллионов у меня расход при пятерке прихода, где-то 4,5-4 у меня расхода. Ну, нормально, в принципе. Терпимо, так сказать. Главное, что прибыль. Так, секторы. О, отлично. Они только днем можно исследовать, те, которые живые.
Надо их сразу всех ставить. Солдата вообще не бессмысленно. Навигатора можно ли туда? А может что-то расскажет? Мотор, навигатор, может что-то расскажет? Сектует лидер. Цель точно что-то расскажет. Плазмозащита. Знаешь, это плазмозащита, толку никакой не вижу. Так, надо бы усилить. По живым объектам. Блин, ну теперь-то я тебя догоню. Или не догоню. Я думаю, догоню. Восьмая, наконец-то. Хоть кого-то. Это уж как-то я скучать начал. Так, ну, брать некого особо. Блин, так что. Бонзай. На всякий непредвиденный случай не сохранился. И хрен на себе. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Разошелся ты, товарищ дорогой. Зачем такой злой, а? Нельзя быть таким злым. Блин, подбитый себе. Злушил мне пистолет. И так бы он мне дырок наделал бы. Хотя и так, наверное, наделал. Еще личный состав проверить. Дырки это фигня, главное, что не мертвые. О чем мы не едем? О чем мы не едем? Не понял. Но тут хрен ушастый мешочек. Так он не тут стоит, а в другом месте. Чудо-чудное. Обращал на это внимание. О! Банзай! Тот, который ходить почти не умеет. Кстати, те, которые плохо ходят, с них псионики потом неплохие получаются. Быстрее учатся. Равновесие, скажем так, в природе этой игры. Ого. Генералиссимус какой-то. Какой-то, правда, инвалидиус. Это ничего. Так, шаров полетели. По шурику будем все делать. Русские делали, ну слушай, такие тут крутые хлопцы русские. Опа, 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 опа. Фу. Ну и выстрелил. Это пушка у него серьезная. Хлопец такой. Не в руку. Так, что у нас тут? Так, тут все понятно. Танки, танки, танки. Кстати, карту я забыл посмотреть. А карта очень маленькая.
последняя. Ой, дырка. Наверху у нас дырка. Точно все, ну, нормально. За дохода всех взяли 52 очка. Главное, плазма, винтовочка. Это все-таки 200 тысяч бабла. А бабулиток у нас не хватает, как обычно. Блин, отсыпать бы. С игры сюда. Тут их еще больше не хватает. С зарплатой в 30 долларов. Закупить инженеров. Так, полтинник, если я помню правильно. Да, полтинник, да. А здесь... И здесь 25, можно еще взять, отлично. Такой у нас спокойный месяц. О, гиперволновой декодер. Очень интересная штука. Что она дает? Она дает более подробную информацию о корабле. Размер, раса, куда летит. Канада довольна, Австралия недовольна. Что ж, хороший был месяц. Продолжим чуть позже. До встречи, друзья.